Каждый наставник желает своему воспитаннику успеха и побед. 3-4 раза в неделю в спорткомплексе «Зауралец» Виктор Князев тренирует Сергея Лемайкина, спортсмена с ограниченными возможностями. В 1993 году Сергей обморозил конечности. Ему ампутировали пальцы на обеих руках. Виктор возлагает на подопечного большие надежды. Спортсмен 11 раз играл на чемпионатах России по настольному теннису. Теннис – самая подвижная такая игра. Все задействован, весь организм. Мне вообще нравится теннис. Думаю, до конца им заниматься, пока смогу. Самое интересное для меня. Однако, чтобы попасть на Олимпиаду, результатов на российских соревнованиях недостаточно. Нужен рейтинг, который повышается за счет участия в европейских турнирах. Только игра на столах Старого Света требует немалых вложений. Рейтинг набирается в течение года. Потом, значит, команды уже формированы. В пределах с 1 по 18 место уже дают разнарядки по странам. И те спортсмены, кто попадает на Олимпийские игры, значит, выезжают от сборной команды России или другой страны. Без ограниченного рейтинга об Олимпиаде остается только мечтать. Сергей стремится занимать призовые места на всероссийских соревнованиях, чтобы заработать деньги на дальнейшее развитие. Пока в копилке Сергея Лемайкина только 6-е места. На сегодняшний день говорить о том, что Лемайкин Сергей является претендентом на попадание в Лондон, ну, по меньшей мере, это преждевременно. Мы будем создавать в первую очередь условия для тех спортсменов, кто является претендентами. Были бы у нас возможности отправлять Лемайкина Сергея по всем заграницам, мы бы это делали, поверьте. Но, к сожалению, наших возможностей на это нет. Виктор Князев не отчаивается и продолжает искать спонсоров. А пока готовит спортсмена к соревнованиям в Рио-де-Жанейро. Михаил Алимов, Денис Мазин, Александр Бывальцев, телекомпания «Регион-45».